Друзі, усім привіт. Мене звати Юрій Бібік, Ми на Ютуб каналі Фабрика Новин. Перш ніж ми почнемо, попрошу вас підписатися на наш ютуб канал, поставити вподобайку і залишити коментар під цим відео. Будемо починати з такого: 260 днів. Саме стільки знадобилося Збройним силам України, аби російські пропагандисти від криків Дайдем до Львова перейшли до плаксивого ані, можуть зайти в Москву. Про що це я? Я про виття на болотах. Російський так званий політолог Ростислав Іщенко дав свій недопрогноз. Каже, Україна за одну ніч може захопити Белгород, Курськ, Орел і Брянськ. Нам, звісно, цікаво, навіщо це все, але менше з тим. Цитую далі: при такому положенні дел, грешно було б не воспользоваться ситуацією для українців, не яку якусь групіровку в 20-30 тисяч чоловік і не почати движення прямо на Москву. Почав двіження внезапно. Вполне можна за одну ночь ворваться в Белгород, Курск і даже Орел, і в Брянск тоже. за 7-8 часов колона воєнної техніки, если она пересечет границу в районе Глухова, дойдет до доMoskvy. Кінець цитати. Істериці, так звані російські воєнкори. Канал Падубний ЗОВ пише, що Україна сформувала угруповання з увага польських найманців, аби атакувати анексовану частину Запорізької області. Далі знову цитата. На территории Запорожской области подконтрольно киевскому режиму формируется ударный кулак из подразделений ВСУ, боевиков, Нацбатов и иностранных наемников. Сейчас, после отвода российских войск на левобережье Днепра в Херсонской области, запорожское направление снова становится одним из самых опасных. Сейчас на запорожском направлении сосредоточено большее количество иностранных наемников, больше всего поляков, которых насчитывается до 5000 тысяч человек также в составе так называемого иностранного легиона много грузин и боевиков из ближневосточных террористических группировок. Кинец цитаты тего Болдера. А вот канал «Записки ветерана» пророкуя новые жесты доброй воли. Далее снова цитую. «Если в ближайшее время не будут разбиты все мосты через Днепр, особенно в Днепропетровске, то высвободившиеся подразделения нацистов из-под Херсона будут переброшены в Харьковскую и Донецкую области. Что это значит, сами понимаете. Кинать цитату. А еще каже, что россияне устали терпеть вранье власти, маючи на вазе втечу оккупантов из Херсона. Меж тем, военкор Котенок З, схоже, зійшов взагалі з глузду. Каже, у всьому винні аборты и ликвидация царской России. Пробачьте, я снова буду цитувати. Хотели вернуть Малороссию, Новороссию, Карпатскую Русь и другие Руси, а Бог не дает. Недостойны. Достойны только тех, кто вами правит. Достойны погибели за аборты, достойны рабского существования за предательство, за отступление от веры и за отрешение от Бога избранной царской власти. Пока не принесем дел покаяния, ничего не изменится. Ничего. Кинай цитаты. Неожиданным текстом про втечу оккупантов из Херсона разродился буквально идеолог русского мира Александр Дугин. Он закликал, сейчас, увага убить Путина. Цитую далее. «Власть, она за это несет ответственность. В чем смысл самодержавия, а у нас именно оно, – пытает Дугин, – мы даем правителю абсолютную полноту власти, а у нас всех народ, государство» людей, граждан в критический момент спасает. Если для этого он окружает себя дерьмом или плюет на социальную справедливость, это неприятно. Но лишь бы спас. А если не спасет, тогда судьба царя дождей, смотри Фрайзера, у Фрайзера царь дождя должен послать влагу в сезон дождя. Если дождь не идет, царя просто убивают. Ц... Цитата, друзья. Э, ну и на остальном. Зазначим еще. Русня почала прощусь Зрештою здогадывалось, зокрема, про те, что вони не потрібні своему диктатору. Ось, про пишет канал Поздняков 3.0. Обещали, что все наемники пойдут под суд, не сдержали слова. Обещали, судный день при покушении на Крым не сдержали слова. Обещали, что Россия здесь навсегда не сдержали слова. Обещали проблемы Западу, с которыми он еще никогда за всю свою историю не сталкивался тоже не сдержали слова. Обещали в марте, что мобилизации не будет. Не сдержали слова. Почему сейчас им мы должны верить? Действительно, чему? Хочется запитать, а что вам еще остается делать? Терпеть и верить, верить и терпеть. И умирать за аквадискотику Путина и яхты ваших олигархов. Друзья, на этом у меня все. Это «Фабрика новин». Не забудьте подписаться. Еще побачимся.